Что за статуя соседа? А чего за замком конфета? Камеры у него стоят здесь. Реально новая тайная дверь в подвал? Вот где Мэри! Что это, ребята? Бедная Мэри, ничего себе. Эй, что за карусели? Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и знаете что? Вышла вторая часть игры Dark Riddle, которая называется Mars. И как я понимаю, это продолжение первой части, там, где мы в конце улетели на звездолете куда-то. Так вот, сейчас мы узнаем, куда мы прилетим. Ну что, вы готовы? Вы вообще ждали Dark Riddle? Если да, то ставьте лайк и давайте уже начинать. Кстати, вот наш соседушка. Он никак не изменился, но мы помним, что это не настоящий сосед, а им управляет пришелец. Нажимаем играть. Скинов у меня здесь нет, у меня в принципе здесь ничего не куплено. Обычный сосед, сложность, попробуем, нормальная. Продолжение следует, видите, дом нельзя выбрать никакой пока что. Нажимаем играть. Кстати, а вот этот дом как у соседа, но деревья странные. Марсианские деревья. Ребят, смотрите, что за база. Нажимаем. Да. Мы на звездолете рухнули куда-то. Ну и судя по названию, мы на Марсе. Но этот Марс похож на Землю. Будем разбираться. Найти Мэри. Сосед идет. Забора нет, подожди. А что это за такое? Что за статуя соседа? Смотри, вот все роботы там ходят. Наш звездолет рухнул. На задание найти Мэри. Мэри, это кто? Что здесь происходит, ребята? Это реально Марс? Красное небо? Полицейский здесь тоже ходит. Он тоже пришелец, значит? Что, ветряк какой-то? Короче, давайте вообще нужно осмотреться здесь. Open гараж. Это что за жучок? Не нажимается? Ой-ой-ой-ой-ой. Охрана везде. Так, к ветряку, наверное, не пробраться. А здесь кнопки нажимаются вообще какие-нибудь? Нет? Ладно, здесь пока непонятно, что делать. Сосед пошел наверх. Давай сюда зайдем. Это что? Это чего? На этой штуке можно как-нибудь погонять? Птички поют? Интересно увидеть марсианских птичек. Как они выглядят? Растения вот такие. Так, ловушка стоит. Тише, тише. Сосед прибежал на ловушку. Кстати. О, он за мной. Сосед. Ну дом ты, короче, на Марсе у себя построил. Что за конфеты? Это меня манит так, да? В ловушку. Смотрите, кто рассыпал конфеты? Это может быть Мэри. Сосед дом сделал как... А чего за замком конфета? Сосед. Камеры у него стоят здесь. В холодильнике есть что-нибудь? Мина! Спасибо. Где может быть Мэри? Но я... Тише, Мина, не взрывайся. Нет, здесь, наверное, ничего нету. А, батареечки мы собираем. Опачки, ребят. Так, сейчас мы сделаем. Соединим все. Ты победил. Камера отключена. Я отключил камеру вот эту, ребята. А это подвал? Новая дверь в подвал? Реально новая тайная дверь в подвал? Зеленый замок. Катаны. Что мне там пиликало? Где-то ловушка стоит, я не понял. Смотрим. Да, ловушка там внутри стоит. Какое-то растение. За этой дверью. Здесь что-то можно еще как-нибудь открыть? Не разбивается? Так, мне нужно забрать это. Ну, пошли. Дальше. Смотрите, конфеты меня ведут. Такая дорожка. Это Мэри, мне кажется, оставила. Посмотримся аккуратненько. Снова камера. Конфеты ведут туда. Нам нужно отключить камеру. Вот. Блин, там ловушка. Как убраться отсюда? Тише. Так, поехали.
Так. О, я правильно делаю? Ну, наверное, да. Есть. Я отключил камеру. Шкаф, шкаф, шкаф. Давай глянем, что в шкафу еще. Ничего полезного для меня. А где сосед? Сосед, кстати, идет рядом где-то. Вот здесь видно, что он идет где-то. Блин, мне нужно срочно что-то делать. Быстрее. Не знаю, полки есть ли смысл проверять? Камера отключена. Ну что, зайдем сюда? Вот где Мэри! Так, палкой не получается. Нужна какая-то приблуда, чтобы открыть эту решетку. Нужна конфета специальная. Чего? Понял. Помогите Мэри найти леденец. Понял. Здесь все странное. Это же Марс. Мы же на Марсе находимся. Так, хорошо. Леденец я знаю где. Но я не знаю, где ключи находятся. Блин, не хочется мне эти шкафчики все открывать. Пошли искать. Так. Так найдем. Опа, один ключ я уже нашел. Камер нету. Ребята, первый ключ есть. Что за штуки? Они не, ничего не работают. Рычаги какие-то. Сосед отсюда все контролирует через камеры. Хорошо. Ладно, валим отсюда. Валим, валим, пока не поздно. А, поищем другие места. Дверь. Вот ключ зеленый. Но мне сосед догоняет. Блин, блин, блин. Давай быстрее. А, здесь еще камера. Ну, сосед и так за мной бежит. А это что такое здесь за экскаватор? Или что? Что это, ребята? Что за устройство? Это какой-то магнит как будто. Смотрите, нужна какая-то здесь ключ-карта, чтобы запустить эту штуку. Так, сосед, хватит за мной бегать. Как мне от тебя сбежать? Здесь твои еще роботы ходят везде. А здесь вообще пол это лава. Пол это лава, ребята. Что-то все бурлит. Где сосед? А, я все, сбежал. Ну-ка, я наступлю. О, мне плохо становится. Что здесь происходит вообще-то, а? Давайте, ребята, я знаю, где зеленый ключ. Вот здесь. Так, подожди, у меня же есть ключ вот такой, обычный. Ое! Тише. Леденец сюда. Ребята, у меня есть... так, вот это можно выбросить. Пошли к Мэри. Мэри, Мэри, я иду. Получи леденец. Я смотрю, она сладкоежка, у нее даже мороженка нарисована. А, это не простой леденец. Это какое-то специальное устройство. А что за Мэри вообще? Не работает твое устройство? Используется кран, чтобы помочь Мэри спастись. Вот и теперь понятно, для чего кран. Вот он стоит. А чем я разобью стекло? Попробую батареи. Ну, естественно, что нет. Ладно. Чем мне разбить стекло это? Давай пушку заберем эту. Сюда идешь. Е-е-е. И ее куда-нибудь швырнем сюда, потому что там сосед уже бежит. Так, ребята, чтобы запустить кран, мне нужен ключ-карта для крана. Хорошо. Что? Смотри, летающая тарелка соседа. Эй, сосед, ты гоняешь на ней? Сосед, не гоняй только, не гоняй! Ладно. Там ничего нету. Где добыть ключ-карту? Мне кажется, мне нужно на крышу куда-нибудь забраться. А, подождите, у меня же зеленый ключ есть. А смотри, что здесь? Ящики какие классные. Это можно вот так легко забраться? Класс. Это круто, ребят, это круто. Блин, сработало. Где сосед? Он где-то рядом. Я его обдурил. Надеюсь. Сосед! Ты что делаешь вообще? Ты меня так никогда не догонишь. Спортсмен ты. Блин, мне нужно, чтобы ты свалил. О, он свалил. Он ушел? Я надеюсь, что он ушел. Блин! Блин!
Он просто трется там все это время. Я пошел через парадный вход. Поехали. О, я в этой комнате, ребят, но я здесь не могу. Я здесь не скроюсь от соседа. Я не скроюсь от соседа, он сюда бежит. В принципе, я могу разбить... А, здесь решетки, я не могу разбить. Ну, я могу разбить окно, но это мне не поможет. А что здесь в этой комнате делать? Ладно, пока что свалим от соседа. Давайте. И найдем какие-нибудь предметы, которыми я смогу разбить вообще кота, ну там еще какой-то аквариум. Все, 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 все. Как круто, что сосед не умеет прыгать по ящикам. А я умею. Все, он меня потерял. Надеюсь, нет? Нет, он бежит сюда. Сосед стал более безумный. Так, ребята. Ну что, ребят, ищем какие-нибудь предметы, которые можно швырять. Например, яблоко. А, камеры отключены, это хорошо. Кстати, ловушку можно взять. Так. Катаны, попробуем разбить. Не разбиваются. Ловушку заберем сразу. Смотрите, попробуем вот это разбить. Не разбивается. Для чего же эта комната? А, вот, я нашел ключ-карту. Сосед! Что здесь происходит? Робот заморозил самого соседа, а я нечаянно выбросил ключ-карту куда-то. Куда я ее так шпульнул? А, вот она, ничего себе. Нормально, я мощный. Сосед за мной. Кстати, что за горочка здесь у соседа? Сундук, это мой сундук, да? Что за горка? Для детей, что ли? Марсианских. Ладно, ребят, поехали. Нам нужен экскаватор. Давай, 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 поднажмем. Благо, я бегаю быстрее соседа. Он не успевает за мной. Сейчас мы заведем этот трактор. Вот он. И каким-то образом вытащим Мэри. А там, смотрите, вентиляция, я не видел даже. Ну что, сейчас мы покатаемся на технике нормальной. Так, так. Это как вантус огромный, но это магнит, скорее всего. Притянет сейчас решетку вместе с Мэри. В левом нижнем углу отображается количество жизней. В левом нижнем углу появится кнопка намагничивания. В правом нижнем углу есть кнопка, чтобы поднять магнит для обхода препятствий. Так, так, так. Оу! Все, все, все. Я понял, как управлять этой штукой. Короче, кран по кругу крутится. Здесь какие-то... Не знаю, откуда появились ящики, но мне нельзя в них врезаться. А потом появится кнопка намагничивания, и мы что-то примагнитим. Есть. Смотри. Просто сейчас решу. Бедная Мэри, ничего себе. Эй, что за карусели? Вы серьезно? И она должна выжить при этом, как бы. Все, все готово. А что мне стрелка просто показывает? А, стрелка не сюда. Стрелка показывает к Мэри, ребят. Я почти спас Мэри. Ну что, сосед там где-то смотрит по карте, вижу. Мэри все, освобождена, ребята, она свободна. Полицейский себе ходит, вообще зачем этот полицейский здесь? Такая пыль стряхнула, говорит, нормально, полетала здесь немного. А вот эта девочка в капсуле. Че она смеется с нее? Мэри сейчас взорвется. Что происходит здесь вообще? Продолжение следует, вернуться в город. Вот так вот, ребята, мы, то есть... Первую часть, можно сказать, прошли, а продолжение следует. Мы на Марсе, и вот эта девочка, мы узнаем скоро, что за девочка, откуда она взялась. Помните, ее в капсуле еще мы видели, но она тогда просто лежала там. Снова появились в городе, Мэри теперь здесь будет стоять, та девочка пропала. Это мой сундук, все понятно. Ну что ж, ребяточки, на этом на сегодня мы заканчиваем. Сосед пошел гулять, а роботы гуляют, полицейский гуляет. И появляются новые жители, вот как Мэри и та девочка. Так, я тоже куда-нибудь пойду, потому что меня могут заморозить роботы. На сегодня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.